Смотри, Саня, Егор, смотри, настоящие джиперы вот тут посвящение, то для этих, для... партии зеленых. Ну, типа, да, для лайтовиков, короче. И все, проезжаешь здесь, бензин за полцены у тебя на любой заправке сразу. Показываешь фото им, я тебе сейчас сделаю сразу. Что-то там медленно. Ну, страшно, что, посмотри. У него сейчас вся жизнь, он перебирает перед глазами все. Меня, видишь, предлагают посадить, что точно не проедет тогда. Глянь, очкует, видишь, как страшно. Там съезд, нет, там съезд на самом деле, там накопано колесами, понял? И он такой крутоватый, да. Там еще как-то руль влево. Ну, очкует. Нет, там траекторию, там если правее поехать, там глубоко. Вот он как ходил, видели? Как он ходил, вот так надо и ехать, потому что там чуть в сторону, и там сразу на метод на пол, ну, на полметра минимум глубже. Все, застрял. Не. Все, диагоналочка. Что-то типа того. Удостоверение джипера не дадут ему сегодня. Много штурманов посадил. Да, да, там гольф-поле, это гольф-брод называется, там гольф-поле, сиротки наши, Петя Сладкий тут, наверное, играет. Смотрят и думают, здесь Валера, решает Руслана на видеосъем. Что-то пошло не так, да? Сейчас бобры выйдут. Бобры выйдут, сейчас дадут им это, по усам и уйдут. Паша сейчас в русло войдет. Куда он едет? Назад? Ну их вытаскивать, я понял, едет. Диагоналка, задней блокировки нет, похоже. Так, а там, похоже, сиденья намокли. Пилот покидает корабль. Капитан сбежал с корабля. Да. Ну вот такая история прямо в начале. Павло спешит на помощь, сейчас спасет всех. Ну что, готов ты к погружению или нет? Да, пока нет. Нет, давай в следующий раз, пусть потеплеет вода, да? Капитан покинул корабль и стоит, держится за голову. Да. Как ты так поехал неправильно? Думает, куда меня понесло? О, видишь, куда заехал? Колесо. И зацепился за него. И все, да? Сейчас делаешь перезаезд, Антоха. Открывай, открывай, открывай. Дверь открывай, вода вытекала. Саня, пой песню «Я убью тебя, лодочник». Саня. Собака даже смеется с тебя. Вот как надо. На лодке. Ты загрузнет. Все снова ее заводить, пока она не в воде, потому что это берег. Да вытянет. Там свеса нет сзади, Паш. Да, да. И она легкая. Там вот упрется, видите, это чего? Ничего там не упрется. Блеск.
газуй! Саня, не газуй! Давай вперед! Мне надо масло посмотреть, давай назад! Вперед чуть-чуть. Все. Еще. Все, назад. Пробуй назад. Давай, отходите. Так трос. Что там такое? Неблагодарная. Свинья неблагодарная, сказали. Назад? Подтягивай. Блок. Блок не работает. Давай, назад. Бомба-ракета. Все как положено. Нормально. Фар запускай. Там надо еще в анимоге в мостах. Отлично. Что-то меньше стало после. Потому что на горе. А, коробочку, да, кстати. Коробочка дороже. Или нет? Бомба-ракета. Всего достал. Вы ногти только не снимайте. Давай, да, какие ногти при чем тут? Тихо. ГАЗ-67, друзья, на чем мы путешествуем? Ого, а что такое? А, МВД СССР, ну это понятно. А где год выпуска? 50-й. Вот так вот. Это крутяк. Да не, Павлош, сзади, прямо. Береги, машина дорогая. Раритет, елки. Ты после Виллиса, у нас Виллис еще есть, приезжает. Кстати, тоже возле тебя где-то же. Ты на поздняках там где-то тоже, Рома. Да, да. 42-го года, да. Ну, по дороге едь, да. Вот лужа, помнишь, я тебе говорил? Вот, по ней едь. Чтоб не потеряться. Все время по лужам, короче, и выйдешь к людям. Так, там помнишь дорогу сейчас? Не, ну знают, что машина мощная, обороты высокие. А ты ж держи, поехали. Опять чуть не проехали. Попробуй чуть обороты вынул, чуть бодрее. Не-не, чуть на скорости вот до того места, газу. Вот и все. О, хорош! Ба! Чуть не проехали. Ну, главное, мы на берегу. Главное. Мы на берегу, главное. А на том берегу, знаешь эти, незабудки цветут, знаешь песни? Ой, починил, видишь? Починил. Не-не-не, назад. Вправо руль теперь, еще назад чуть-чуть. Все, вправо руль и поехали. Жалко, ну мы не виноваты тут. Давай. Давай. Хорошая машина. Хорошая, видишь, починилась. Приханула там где-то втягивающая и заработала. Давай вправо, как ехали. Вправо, давай, да? Так, смотри, еще вправо, чтобы мы там не упали. Не-не, сейчас мы там... Ты помнишь, там надо разогнаться будет? На третьей все-таки ты был прав. Я, видишь, не оценил. Я не знал модель машины просто. Еще раз по ненакопанному. Вот там я бородач тебя тянул, надо туда разогнаться. Созвончика надо. Сейчас просто Павло, если займет траекторию, то мы, у нас шансов не будет. Надо быстрее. Понял, надо ли первым? Нет, так вот у нас будет вытягивать. Да это нет. Это понятно. Сначала его надо будет вытягивать. Ну да, если его не вытянем, то... А? Павло пошел. Ты видишь, Павло проехал? Павло проехал. Не-не, там хуже, там накопан. Павло чуть не проехал. Пробую найти разгон. Найти разгон. Тут пешком нет. Ох, ох, ох. Что, Павло не выехал? Что-то подзеркала внутри,
все нормально. Ищи теперь, где дорога нам вперед. Между деревьями как-то вот там пролететь. Вот это дерево. Да давай с разгона уже. Давай уже с разгона вот тут как стоим. Только чуть влево может. Стой, дерево тут. Нормально. Назад. Блин, сейчас будет экшен. Едем. Разгон есть, смотри, ты говоришь, нет разгона. Стоп. Все. Что, третью? Страшно, пристегиваем ремни. Газу, пол, газ. Ну почти, смотри, чуть-чуть не доехали. Назад, наверное. Павло, смотри, что делают с Павлом, а ну. Егор, подожди, посмотрим давай. Все, сцепление, не боли сцепление. Павла пытаются, глянь, заставляют. Ты понял, что он их столько штурманов возит? Ой, пошел. Если он встал. Да мы почти проехали, а ну подожди. Да я проеду. Ну давай. Давай сзади. Давай выйдем, может. Что, может, под толпом? Не, ну чуть-чуть. Да нет, это все. Нет, ну уже Паджеро 2. На видишь, бляхи влетели? Лечебные делают. Павло нас вытаскивает, спасает. Я снаружи нахожусь. Я тут на свадебную куклу похож. Так, вся банда едет. Только что мы быстрее преодолели это препятствие. Теперь следующее сейчас уже близко. Так, пошла жара. Так, держись. Сейчас будем лететь на скорости. Пилот очень жесткий. Решил по лайту пойти. Но это не лайт. По харду, да. Да не, там жестко. Мы ехали туда. Да я знаю, это проскочили, повезло просто. Проскочили, просто повезло. Да? Просто повезло. Это жестяк. Стой тут. Подожди, постой. Беру Вранглер. Да у вас по прямой, покажи ему по прямой. Не надо ему по прямой. Не вот рост лебедки размотанный, под колесо залез. А рации нету. Паша, иди забирать. Ну, трос не помешал, все нормально. Просто чуть-чуть слетел. Павло едет спасать.
Так, опять в болиде подлево под кустами, слева, слева, плотненько к кустам. Только не царапай краску, Витя будет сбивать цену, если поцарапаешь. Газу, 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 газу. Все, вправо, вправо, вправо. Так, а как же нужно? Ну, оно и надо, чтобы сложено было, когда в таких местах глухих. Что там, этот сидит? Антоха сидит. Блин. Я не думал, что Wrangler такая машина. Ну, Wrangler потрачено денег. Очень много. Тогда такая. А когда не потрачено, то не такая. Колеса 37 дюймов. Вон Павло пошел, смотри. Так это вот разобьет сейчас там это и все. Куда нам ехать? Не-не, там нам... Там мы не проедем, он сам там еле едет. Куда нам ехать? За Паджериком? Угу. Только понял, смотри, Паджерик, видишь, где он застрял? А нам надо левым колесом под самый край взять. Ну, понял, чтобы не там, где он сидит, копает. Снести, ну, пробовать надо, ну, снесет уже, ты что сделаешь? Подтянут. А, это ж ты тут и боролся. Но у него клиренса такого нету, у него клиренс намного меньше, потому что мосты большие, не военные. И он поэтому... Да, кстати, можно. Так, Паджерик тут подтягивают, как-то он такую позу занял. А, он уже и сам поехал, подтянули лебедкой.